Марину, пожалуйста. Да, я думаю, сейчас можно уже спеть кубок наш. Он живой. Без гола не защиты, ну и нихера ваша. Ну так откровенно тянуть время не стоит. Я думаю, что арбитру придется прибавить еще минуту к трем, которые уже истекли. Федор Смолов и Вича Кварацхелия выходят. Без грузина не может быть Локомотив. Конечно, но как же без грузина в Локомотиве?